Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас NCT Dream, которые попали в специфический список на этом канале за счет того, что 99% их работ блокируется для РФ и РБ. Поэтому для кого это рассказываю? Для тех, кто умеет пользоваться VPN. Когда я тебе начну их рекламировать, эти VPN? Песня называется ESTJ, что переводится как администратор с вот этих 16 типов личностей. Ну, в общем, всем администраторам дополнительный привет, и мы начинаем. А, ну да, я всегда, когда вот эта штука всплывает, чтобы никто не переспрашивал, у меня там вот этот командир написано, есть, очень там женщина такая строгая нарисована, у меня нет времени с ним разбираться, я в это особо не верю. Они столько всего накидали, и «Назад в будущее» отсылка, и какая-то скорая помощь, которая изначально напомнила машину из Скуби-Ду, которая летит в небе, еще клоуны и лабиринт. И это только 18 секунд клипа без музыки. Очень сильно прямо бьет песня. Долбежка такая происходит. Вот, хорошее слово. Прям долбежка. Они прям влетают и очень быстро, причем быстро звучит трек, то есть высокий BPM. Let's get it done. Я думаю, может быть, даже 120-125 BPM. Давайте проверим NCT Dream BPM этого трека. 122. Вот. То есть, ну, вообще-то 120 вроде как считается таким достаточно, ну, базовым темпом, но скорее для упражнений. А вот под такое танцевать — это привет суставы. И трек такой, знаете, вот громкий, здесь есть как некая реверберация такая настроенная, как будто происходит все в каком-то помещении, таком немного неподготовленном, но причем это сделано нарочито, то есть, ну, интересного. В общем, обработано очень все здорово. И да, я говорю не про всю песню, то есть вся композиция так не звучит, в некоторых моментах просто появляется такой звук, такой экстремально близкий, с большим количеством эхо. То есть тут очень много движения в аранжировке. Да, какое-то безумие творится, что в клипе, что в музыке. Я уже слышу, что сейчас какое-то пошло то ли замедление, то ли ускорение, и будет, возможно, совсем другое звучание.
Я уже передернулся, ведь это SM. Немножко напоминает Shiny и Super M. Чуть-чуть напоминает по звучанию, ну, опять же, да, это же группа из SM тоже. Но в остальном, ну, как будто две песни по цене одной. Я ее послушаю еще несколько раз для того, чтобы просто понять, что тут происходит. Тут нет какого-то неконтролируемого хаоса, который мешает слушать, наоборот, все так именно рвано и быстро меняется, что даже весело и интересно. По поводу голосов, ну, парни-то из NCT петь умеют, вопросов нет. Ну, тут больше речитатива было. Короче, клип тоже достаточно яркий, интересный. Все, сплошные эмоции. Не могу сказать, что эта песня плохая, но могу сказать, что, скорее всего, вы смотрите это с VPN. Либо на Boosty я это вложил в бесплатный доступ. Короче, такие дела. Бустеры, спасибо. Дополнительный контент. Ой, какой-то... Спасибо вам за то, что вы подписываетесь, спасибо за то, что поддерживаете. Благодаря вам все это выходит. А вот потом уже идет часть, да, вот... Бла-бла-бла, большое спасибо, вот этим людям тоже спасибо, и YouTube-спонсорам, и донатерам. А вот теперь как раз момент, чтобы тыкаться в Boosty, говорить, вот ссылки на экране, подписывайтесь, вступайте, кому интересно. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Также MP-ревьюски, поп-новости, MP-лайвстримы, телеграм-канал, хаб-локация. Я по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч. Пока.